Ну что, можно посмотреть. У вас сегодня программа довольно длинная, так я понимаю. Поэтому давайте сейчас я тогда... У меня, значит, есть 20-минутный кусок шинели, он без звука, что он имел изображение. Я не знаю, какая будет проекция, потому что еще во многом зависит от того, как там настроен аппарат, насколько он контрастен. Потому что может быть такой контраст, когда начинает голова светиться там лунным светом. И тут от многих вещей зависит. Но давайте сейчас посмотрим, как будет, так и будет. Я только сейчас я вам дам этот диск. Нет, это потом мы посмотрим этот диск.